Всех приветствую на канале Helping Animals. Проезжая мимо леса, мужчина услышал вой, полный отчаяния. Один мужчина ехал на своем авто мимо леса. Вдруг из чащи он услышал леденящие душу звуки. Мужчине стало страшно, но он решил все-таки глянуть, кто это может так выть. Когда он, ориентируясь на звук, вышел на небольшую полянку, то увидел огромную собаку, крепко привязанную к дереву. Бедолага была в плохом состоянии, возле нее не было ни воды, ни еды. И, судя по всему, у этого дерева она провела уже не один день. Мужчина не рискнул в одиночку отвязывать такого большого пса. Он быстро вернулся в город, купил корм, взял воду и вернулся, чтобы накормить несчастное животное. Скоро в лес приехал человек, который забрал собаку к себе на время, пока она оклемается. Судя по всему, это пес редкой и дорогой породы кани-корса. Такие собаки не ходят просто так по улице, их покупают за немалые деньги у заводчиков. То есть вариантов того, как собака могла оказаться в лесу, немного. Либо это сделал хозяин, либо пса украли и не смогли совладать, а чтобы избавиться от хлопот, просто привязали в лесу. Сейчас пес в безопасности, а волонтеры ищут ее владельца. В ухе обнаружен микрочип. Надеемся, что у этого красавца дальше в жизни все будет хорошо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.